Прелюдии номер 5, опус 32, соль мажор, Сергея Рахманинова. Рассвет по россыпям росы ступает тихо на пуантах, и в озарении бирюзы резвится зелень на верандах. Дыхание первых атмосфер до бесконечности ранимо, движение небесных сфер рисует крылья херувима. Протрепетание трелей птиц и улетающее лето набросок в несколько страниц великой музыки и света.